Австрия в ноябре текущего года планирует организовать торговую миссию в Азербайджан. Согласно информации Федерального министерства европейских и международных дел, встреча сторон будет способствовать развитию и расширению экономического сотрудничества между странами. Отмечается, что двусторонние торговые отношения между Баку и Веной активно развиваются уже много лет. Австрия экспортирует в Азербайджан машины, специальное промышленное оборудование, фармацевтическую продукцию, транспортные средства, сталь, безалкогольные напитки, а также племенной скот. Баку является поставщиком энергоресурсов в Вену. В 2019 году товарооборот между странами составил более 604 миллионов долларов. К сожалению, в связи с пандемией этот показатель снизился. Сократилось количество визитов и контактов, изменились обороты компаний. Особенно сильно пострадала сфера туризма. После нормализации ситуации можно ожидать всплеска активности и наращивания товарооборота. Торговая миссия австрийских компаний в Баку в ноябре 2021 года должна поспособствовать этому. Заглядывая в будущее, можно сказать, что есть потенциал для сотрудничества в сфере туризма в целом и в создании гостиничной и курортной инфраструктуры в частности. Австрия также является заинтересованным инвестором в области сельского хозяйства.